Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Ярик Лапа, и это у нас вечный Майнкрафт. Долгожданное прохождение выживания в чудо-чудо-мире Майнкрафта. Да, ребята, здесь у меня установлена куча-куча интересных модов. Со временем я планирую множество удалять и множество добавлять. Вечный Майнкрафт, я думаю, вам и так понятно. Он будет без остановок, без концовки. Это будет бесконечное прохождение. Да, такая у меня задумка. Совместить обзоры модов и прохождение. То есть мы сразу же будем тестировать какие-то интересные моды прямо здесь, в этом чудо-мире. Ну что, погнали, будем выживать. Так. Если честно, у меня классный мир сгенерировался. Да, мне как-то сразу понравился. Рубим первое дерево. Так. Круто. Новое достижение. Это невероятно, если так понять, сколько же мы, ребята, да, начинали с нуля Майнкрафт. Да, это первая пилотная серия. Главное пережить первую ночь более-менее нормально. Да, так. Так, может что-то, конечно, упадет. Какое-то яблочко. Или не знаю. Или что там. Хоть что-нибудь-то. Так, дерево. Нужно еще дерево брать. Да. Первая ночь, это всегда круто. Да, криперы взрывают тебя, зомби тебя едят. Да, первая ночь всегда самая-самая шикарная. Главное, более-менее нормально пережить. В любом случае, у меня уже есть здесь пещерки. Это мне очень-очень понравилось, если честно. Потому что в этих пещерках можно сделать первый домик. Первый маленький домик. Так, с едой, к сожалению, очень сильные проблемы. Так, можно все пережить, если захотеть. Так. Давайте палочки делаем, дальше делаем, конечно же, кирку. Больше не будем тратить, давайте булыжника. Так. Камень, старый добрый камень. Собираем. Очень много тоже брать, наверное, не будем. Или будем. Но я хочу здесь сделать свой первый домик. Не знаю почему, но хотелось как-то так. Так. О, ребят, сразу вам расскажу, что за моды я установил. Если честно, я практически все моды, которые я здесь поставил, я их все обозревал. Да, практически все, кроме вот этой мини-мапы. Да. То есть там квадроцикл, различный транспорт, различные всякие чудища, всякие мелочевочки. То есть вот практически все, которые я вот показывал, все здесь будут. Ну, не все, там 86 или 87 модов, конечно же. Там их штучек 15, самые такие основные. Но, как я говорил, я буду со временем их там удалять, добавлять. Вот такое вот, возможно, вы что-то мне посоветуете. И также, ребята, не забывайте, что я буду обновлять список. Будет вообще список модов, он будет всегда в описании. То есть, если я какой-то мод удалил или добавил, вам будет сразу же видно. Да. Ну, конечно же, в группе ВКонтакте я буду писать, еще в Google+, потому, ребята, тоже подписывайтесь, ссылочки все, конечно же, будут в описании. Так, ну, я думаю, хватит для начала, это тоже можно забрать. И давайте сделаем более-менее нормальную кирку. Так. Дальше делаем еще палочек. Дальше делаем первый мечик. Все-таки первая ночь, как всегда, не очень простая. Дальше делаем, давайте, топорик. Так. И давайте сделаем, наверное, сундучок. Да, чтобы слаживать вещи. Как ни крути без этого. Но никуда. Так. Вот и супер. Как ни крути, а начало хорошее. Так, уголек. Это реально повезло, что так быстро уголек нашли. Значит, будет свет, значит, ночка удалась. К сожалению, кровать я не знаю, успею ли я сделать. Все-таки думаю, что нет. Перейдется ночь как-то выживать. Ну, уголек мы заберем весь. Главное перекрыть наш домик. Реально перекрыть, здесь все перекрыть. И как ни крути, а начало, опять же, как говорил, хорошее.
Да давайте сюда, сюда, можно еще так вот, как-то так, как-то, как-то, тук, 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 тук. Во. Все, думаю, хватит. Это мы отложим. Половину тоже отложим. Здесь, не знаю, ставить еще рановато. Сейчас что главное, это брать, наверное, все-таки обратно булыжник и что-то где-то мутить. Что-то где-то мутить. Давайте, наверное, это я уберу. Да, сделаю такой квадратненький домичек. Да, это первый домик временный. Там, когда я уже найду приличное количество ресурсов, железа, все, возможно, какие-то алмазики, если повезет быстренько. И отправимся. Отправимся дальше. Будем строить какой-то шикарный дом. А потом опять какой-то дом. Это вечное прохождение, не будет концовки. Ой, ребят, насчет Minecraft классика. Он не будет завершен, он тоже будет продолжаться. Все-таки вечный Minecraft это с модами, а Minecraft Classic это без модов. Это совершенно другое. Так, ну что, давайте, 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 давайте. Где-то тут, тут, не тут. Здесь, не здесь, тут, не тут, нет. Нет, 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 как-то некрасиво, да, ребят? Как-то некрасиво. Давайте вот это уберем. Это уберем. Не знаю, ой, не знаю, ой, не знаю. Что-то такое нахимичил. Ну, в любом случае... Так, сколько там прошло времени? Скоро будет ночка. Это убираем. Ладно, давайте тогда сверху вот так делаем. Во. Здесь тоже уберем. Это уберем. Забираем. Так, 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 так. Где-то вот здесь. Тоже забираем. Это можно тоже убрать, я считаю. Здесь это не нужно. Так, 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 так. Так. Хотелось бы, конечно, уже какой-то транспорт сделать. Но еще все впереди, ребята, еще все впереди. Будем на квадроциклах кататься или на каких-то мотиках. Что-то такое, короче, все будет. Короче, реально все будет. Так, здесь первая стена готовая. Это хорошо, но еще не все. Теперь нужны двери. Двери мы скрафтили, и теперь давайте поставим нашу первую дверь. А! Красотень! Хорошо, хорошо. Теперь давайте, пока не ночь, опять же, здесь сделаем все как нужно. Так, давайте, давайте сюда зайдем. Быстренько чуть-чуть еще булыжника. Так, ну не очень много. Буквально еще штучек 5. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо, забираем, забираем. И давайте здесь достраиваем. Здесь можно, по идее, землю, землюшку добавить. Это можно убрать. Хотя здесь мне многое не нужно, если так взять, да? Потому я здесь прям так и буду перекрывать все. Ой, чуть-чуть не так. Все! Все, ребят, как ни крути, а уже какой-то зомбик, да какой-то криперок сюда точно не зайдет. Эх, суперски, 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 реально суперски. Теперь ставим факел где-то здесь, можно где-то здесь, можно еще где-то здесь и здесь. Вот так вот. Так, давайте выйдем и поставим сюда один. И сюда один, чтобы, ну, как-то не очень-то много появлялось этих чудищ возле меня. Потому что будут ломать дверь. Ну, я думаю, ребята, вы поняли, о чем я. Так. Так, а, это такая вот небольшая пещерка. Но уголек я сейчас все-таки заберу. Как ни крути, а без уголька невозможно. Невозможно. Потом забираем, возможно, железо будет. Было бы вообще шикарно. Было бы вообще шикарненько. Так. Это, ребят, как я говорил, вступительная серия. Страшненько. А в следующей серии я уже буду, так сказать, тестировать те моды, которые я установил. Главное это сейчас ресурсы. По максимуму за первую серию достану. Так. Возможно, в следующей серии еще чуть-чуть.
Здесь, конечно, немало. Немало уголька. Так что хватит, я думаю, на очень-очень даже долго. Так, уже как бы ночка. Да, ребята, уже настает ночь. И нам, наверное, лучше идти внутрь. Да. Так, что же у нас есть? Это давайте заберем. Отложим. Угля достаточно. Так, берем булыжник. Идем сюда. Ута. Печь. Так. Где-то здесь. Да, пусть здесь все и стоит. Давайте выйдем. Еды у меня нет, к сожалению. Ну, я думаю, что пока это не сильная проблема. Реально, пока это не сильная проблема. Так, печь есть. Верстачок, какой-то сундучок. Факелы. Давайте добавим. Это можно, по идее, отложить. Семена пшеницы. Тоже пусть будет, но я не собираюсь так сдаваться. Хотя, может, и нужно. Потому что вот это! Ладно, моя еда идет. Красотень, иди сюда. О, хорошо. Это мы давайте отложим. Отложим. Куда же нам идти дальше? Может, в пещерку сходить? Знаете, ребята, я подумал, наверное, все-таки здесь нужно сделать дверь. Да. Думаю, здесь нужно сделать дверь. Так. О. Так. Так, это заберем. Так, берем. Крафтим. Давайте где-то здесь так и поставим. Вот. Почему две дверки? Это будет в эту сторону, это будет в эту. Ну, просто удобней, да? Я считаю, что да. Так, давайте. Отложим. Так. Ну, иди сюда, иди. Надеюсь, ты один, потому что если сейчас крипер зайдет, будет не очень красиво. И это хорошо. Гнилая плоть, первая еда. Не очень супер, но все равно, первую ночь мы должны прожить нормально, более-более там менее. Так, давайте чуть пройдемся. Надеюсь, здесь никого такого страшного не будет. Давайте поднимемся наверх, посмотрим. О, кто-то где-то упал, не знаю. Ладно, движемся дальше. Что это такое? Какие-то ракушки? Не знаю, наверное, да, какие-то ракушки. Океан кипит. Да. Стоит интересный мод. Океан крафт или как-то так, я уже не помню. Это неплохо. Неплохо, умрите. Идите сюда. И ухожу обратно. Так. Еще. Иди сюда. Так. Короче, эта ночь реально охота на зомби. Так, иди сюда. Неплохо. Неплохо. Круто. Железный слиток упал из зомби? Первый раз это вижу, не знаю. Что это такое? Но это хорошо. Давайте чуть покушаем. Пусть даже гнилая плоть. О! Еще повезло даже. Ха! Так, ну, еще чуть-чуть буквально, и ночка завершена. Как ни крути, это удачная ночка. Ух! Ты смотри, как вальнул меня. Ну ничего, иди сюда. Вот так. О, отлично. Сколько там вас? Главное, чтобы крипера не было. Давай, иди сюда. Иди сюда. Ух-то. Умри. Во. Гнилая плоть. Отравление, это не очень-то хорошо. Давайте полазим чуть в пещерке, наверное. Главное, чтобы криперов не было. Вот, я так и знал. Ну, как и знал. Иди отсюда. Эп-бум! Эп-буца-бум! Буца-бум!
Ах, не люблю я вас. Ой, как я вас не люблю, криперы. Ну, прям вообще. Прям вообще. Так, ну здесь толпа не маленькая, не маленькая, хочу вам сказать. О, Эндер. О! Так, иди отсюда. Иди отсюда, Эндер. И нужно бежать, нужно бежать. Кушать опять гнилую плоть. Короче, всю ночь я прожил на гнилой плоти. Не очень хорошо, но лучше, чем ничего. О, ты смотри, какой злюка-то, а? Ты смотри, какой злюка-то. Да иди ты отсюда. Да я спокойно переживу первую ночку. Злюка. Так, 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 вот и утро. Ух! Ху-ху-ху. Ты смотри, какой Эндер злой. Он реально хочет меня, короче, убить. Ну, надеюсь, у него это не выйдет. Хотелось бы, конечно, верить в это, что у него не выйдет. Потому я бегу, бегу. Эндер, нападай на меня! Умри! 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 Бегу! Все, короче, меня сейчас убьют. Нет! Я не могу бежать! Эндер! Давай! Куда, в воду или куда? Умри! Умрите! Умрите вы все! Умрите! Умрите! Утро, давай, уже утро, ну уже! Ну уже, давай, утро! Ну же, умрите! Умрите. Или не умирайте. Да мне все равно. Не, ну никак все равно, я сейчас могу умереть. Не хотелось бы. Надеюсь, вы уже будете пассивными. Надеюсь. Да. Ха-ха. Ну уже, умрите! Умри! Есть! Убил. Надеюсь, ты уже пассивный. Да, походу, он уже пассивный. Во, отлично, отлично. Так, поднимаемся. Фух. Если честно, ребята, думал, это будет реально концовочка. И я не пережил. Но все-таки, как ни крути, а первую ночь я удачно пережил. Хоть как-нибудь, да, без кровати, как-то некрасиво, без еды, без ничего фактически, да, особо и ресурсов толком нет. Но все равно хорошо. Выжил, ни разу не умер, да. Но все же это только-только начало, вступительная часть, только первая ночь. Ну что ж, ребята, спасибо всем огромное за просмотр, за подписку и лайки, до новых встреч!